Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Правительство Тувы одобрило госпрограмму «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыван на 2018-2020 годы». Основные цели программы – укрепление гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Тувы, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов республики, профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве, а также социальная, культурная адаптация и интеграция мигрантов. Особое внимание в государственной программе уделяется вопросам поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Тувы, включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни. В частности, будут приняты меры по увеличению прироста численности занятого населения в местах традиционной хозяйственной деятельности, соответственно, повышение уровня их доходов. В этой части Агентство по делам национальности республики активно подключилось к разработке и реализации губернаторской инициативы «Утварь для оленеводческой семьи». Также агентство будет добиваться дополнительного субсидирования мероприятий по материально-техническому обеспечению коренных малочисленных народов Севера. Сейчас в Туве проживает 1856 представителей коренных малочисленных народов. Это тувинцы-тоджинцы. ОНФ предлагает защитить от вандалов благоустроенные по федеральной программе объекты видеонаблюдения. Эксперты Общероссийского народного фронта обеспокоены участившимися в последнее время актами вандализма в недавно благоустроенных по федеральной программе «Комфортная городская среда» парках и скверах и призывают органы власти и правопорядка вместе с местными жителями обеспечить защиту городских объектов. В бюджетах также нужно предусмотреть средства на содержание благоустроенных объектов, их защиту и сохранение в надлежащем виде. В деле защиты городских объектов не обойтись без взаимодействия с сотрудниками полиции, организации патрулей и дежурств. Большую помощь окажет установка камер видеонаблюдения. Необходимо также проводить встречи и разъяснительную работу среди населения. Люди должны помнить, как важно бережно относиться к городским общественным объектам и не оставаться равнодушными к актам вандализма, сообщая о них в полицию, подчеркнула координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина. Студенческий десант побывал в гостях в Министерстве внутренних дел Тувы. В рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченный ко Дню российского студенчества, студенты Тувинского госуниверситета и СУЗов Кызыла получили возможность пройти кратковременную стажировку в ведомстве. В рамках акции «За заслуги в обеспечении общественного порядка в республике и почетной грамотой от имени министра внутренних дел Тувы» были награждены студент Кызылского техникума экономики и права Хойларак Тандалай и студент Тувинского политехнического техникума Минги Далгар. Первым подразделением, встречавшим студентов, стал Центр кинологической службы регионального МВД. Мы занимаемся на совершенно безопасных и не подлежащих никакому уголовному преследованию имитаторах. Далее акция продолжилась в универсальном спортивном зале «Динамо». Бойцы отряда специального назначения «Гром» показали гостям оружие, состоящее на вооружении в полиции. Вместе с тем сотрудники полиции продемонстрировали основные приемы самозащиты и серию специальных упражнений, которые они используют при несении службы. В продолжение встречи между командами студенческого десанта и бойцами спецотряда МВД Тувы прошел зрелищный товарищеский матч по баскетболу, по итогам которого победила дружба. Пожаловаться на задержку зарплат можно через мобильное приложение, сообщает российская газета. Роструд представил новые возможности мобильного приложения «Я инспектор». Помимо этого, работники могут со своего телефона отправлять заявление о сокрытии работодателем несчастного случая или нарушении порядка его расследования. Как рассчитывают в Роструде, нововведения помогут воздействовать на недобросовестных работодателей. Приложение «Я инспектор» прошло обновление. После него стали доступны новые темы «Задерживают зарплату, произведены удержания и заработной платы, не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни. Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством.
И о курсах валют. Доллар стоит 55 рублей 83 копейки, евро 69 рублей 61 копейка. Елена Воробей, Аскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 10 февраля в Доме народного творчества. Для жителей левобережных дач города Кызыла будет организована диспансеризация, которая проводится с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, проведения своевременных лечебных и реабилитационных мероприятий и последующего наблюдения за здоровьем граждан. Необходимость проведения диспансеризации возникла на заседании противоэпидемиологической комиссии при мэрии Кызыла. По сообщениям Республиканского перинатального центра, за прошлый год участились случаи рождения детей у несовершеннолетних. В 2017 году родили более 100 девушек до 18 лет. Комиссия взяла этот вопрос под контроль для дальнейшего разбирательства. Помимо этого, по информации противотуберкулезного диспансера, количество больных туберкулезом в городе составляет более 460 человек. Из них около 160 – впервые заболевшие в 2017 году. Одной из главных проблем является то, что население пассивно участвует в диспансеризации и не следят за здоровьем. К примеру, известен случай, когда один мужчина не проходил флюорографию около 10 лет, и у него обнаружилась запущенная форма социального заболевания. Так, по итогам заседания на левобережных дачных обществах будут организованы пункты приема медицинских специалистов, где состояние своего здоровья может проверить любой желающий житель ЛДО. Московский театр «Мюзик-холл» продолжает радовать своих зрителей очередными премьерами и открывает новый гастрольный тур комедии «Мужчина с доставкой на дом». Зрителей порадует звездный актерский состав: Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова, Джамал Татурашвили и другие. Я хотел бы подчеркнуть, что этот спектакль мы создавали прицельно под заслуженную артистку России Елену Воробей. И будет не лишним упомянуть, что этот спектакль в некотором смысле бенефис. Герои комедии, желая обрести простое человеческое счастье, попадают в немыслимый круговорот нелепых комических ситуаций и забавных недоразумений. Это удивительно трогательная и веселая история с яркими персонажами и неожиданно комедийными ситуациями. Я влюбилась в эту пьесу с первого слова. Столько комедийных ситуаций в одном произведении, на одной сцене, мне кажется, это такая концентрация юмора. Это просто фейерверк юмора. Приходите, не пожалеете. Комедия будет показана зрителю 10 февраля 2018 года в Доме народного творчества всего один раз. Комедия «Мужчина с доставкой на дом» никого не оставит равнодушными и на долгое время зарядит положительными эмоциями и душевным вдохновением. Спешите за билетами, они уже в продаже в кассе Доме народного творчества. В декабре минувшего года по итогам фотоконкурса «Мой ребенок-поваренок», проводимого еженедельником Тува ТВ, были названы имена победителей 6-недельных и одного главного победителя фотоконкурса. Условия конкурса были просты. Всем желающим родителям нужно было отправить в редакцию газеты фотографию своего ребенка, пробующего себя в деле повара. Победителя определяло народное мнение посредством суммирования СМС и интернет-голосований. Так, по результатам фотоконкурса главный приз – сертификат для проведения дня рождения в Гранд-холл столичном на сумму 15 тысяч рублей присужден Сыдомол Ангелине. 3 года ее фотография набрала наибольшее число голосов. Вручение сертификатов всем победителям конкурса «Мой ребенок-поваренок» проходило 28 января в 13 часов в Гранд-холл столичный по адресу Байхакская, 6/3. Помимо главного приза, не оставила без внимания и недельных победителей. Подарочные сертификаты от Гранд-холл столичный присуждены Кузнецову Даниилу, Мангуш Айлуне, Кири Коп, Синги Богдане, Юрьевым Валерии и Александру и Андар Баяни. Отдельные слова благодарности родителям этих замечательных маленьких поварят. Спасибо всем, кто принял участие в фотоконкурсе. Спасибо.
Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. В Кызыле облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Ночью -32, -34 градуса, днем -24, -26. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма.